жизни города и, конечно, в жизни художественной публики нашего общества. Мне бы очень хотелось сказать, что не каждая галерея может похвастать именно таким хорошим юбилеем. Одна из немногих, одна из первых галерей города Одессы, галерея «Ракурс», имела три своих пункта, с которых она начинала и с которых она идет вперед. Первое ее место расположения было на Пушкинской, в подвальном помещении. Пушкинская, какой адрес был? Не подвал, Пушкинская 23. Это Пушкинская 23, это был бельэтаж, да? Первый этаж. Первый этаж. Пушкинская 23, где галерея приобрела, так сказать, свой курс, где первые ваши, первые работы, которые вы здесь видите, стали ее первыми экспонатами. И, конечно же, когда произошел пожар, Сергей Брайко... Я все расскажу. Что-нибудь другое давай. Ну, давайте что-нибудь другое. Давайте, что будет. Здравствуйте, Мариночка, проходите вперед. Я Машенька. Машенька, проходите вперед. Хотелось бы сказать, что у нас будет. Мы начали с историко-краеведческого музея и продолжаем на этой площадке. 26 числа мы продолжим на площадке галереи «Ракурс» и завершится шествие у нас киевской поездкой в чудесную галерею «Глобус», с которой Сергея Брайко связывает многолетняя дружба. Одна из лучших галерей нашей страны, нашей столицы, галерея «Глобус» будет принимать Сергея Брайко уже не в качестве, так сказать, друга, а в качестве замечательного юбиляра, друга, который приедет туда со своей экспозицией работ, и будем уже отмечать 20-летие галереи «Ракурс» на территории такого замечательного пространства, как арт-галерея «Глобус». Ну, сегодня мы собрались здесь, у нас осталось несколько минут до начала, и мы эти несколько минут вспомним, конечно же, тех людей, которые не дожили до этого момента, но которые будут с нами здесь, в своих полотнах, на этих стенах. И метры – это та экспозиция, которая включает в себя и тех людей, кто с нами, и тех людей, кто не успел, так сказать, до этого времени дожить.